Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня мы с вами посвятим наш видеовыпуск тому, что произошло ровно год назад на Ближнем Востоке. 7 октября 2023 года боевики террористической группировки «Хамас» нанесли ракетный удар по Израилю, ворвались на территорию Израиля, начали убивать, резать простых мирных граждан, издеваться над ними, насиловать женщин, девушек, избивать их, резать животы, вытаскивать внутренности наружу, снимать все это на видео, выкладывать в соцсети с криками «Аллах Акбар», с криками, что так будет с каждым, кто пойдет против Палестины. Стали обливать бензином и соляркой этих женщин и девушек, поджигать их и также снимать все это на видео. Очень многие средства массовой информации по всему миру старались не показывать этих видеокадров у себя в видеовыпусках или в новостях, потому что это действительно шокирует. Это шокирует. Но тем не менее, среди многих людей в мире нашлись те, кто стал защищать Хамас после того, когда Израиль нанес ответный удар. Даже до сих пор, сегодня, спустя ровно год, многие политики считают, что Израиль не прав в своих поступках. Мол, нужно было сесть за стол переговоров с этими хамасовцами. До сих пор в плену у этих террористов находятся люди, заложники, которые не имеют ничего общего с политикой или с террористическими организациями. Многих из них уже убили эти хамасовцы. Также Израиль выкладывал видеокадры тех туннелей, которые они находили в секторе Газа, причем многокилометровые туннели. Все говорили, опять-таки, газеты и телевидение, что вот Израиль нанес ракетный удар по школе, Израиль нанес ракетный удар по больнице. Но контекст умалчивался. Умалчивалось то, что именно в этих больницах или в этих школах, внизу, в подвалах, в выходах в туннели находились переходные штаб-квартиры террористической группировки «Хамас». У них идеология такая – уничтожить всех евреев. Если бы не Иран, вот это вот как бы арийское государство на Ближнем Востоке, которое считает себя единственным государством, имеющим право на существование, а всех остальных сателлитами или вассалами, то и не было бы самого Хамаса. Хезболла, посмотрите, пожалуйста, вот на эти, скажем так, необезображенные интеллектом лица. Это еще одна террористическая группировка, которая пытается стереть Израиль с лица земли. В течение долгого времени они обстреливают ракетами территорию Израиля. Люди вынуждены были покинуть северные территории, чтобы не распрощаться со своей жизнью. Буквально несколько дней назад армия Израиля обнаружила глубокий туннель Хизбаллы на севере Израиля. Глубина этого туннеля 80 метров. Он состоял из 22 этажей, этот туннель. Там находилось вооружение, там находились их переходные склады, там они базировались. У них ничего не получилось. Они хотели именно на 7 октября отметить годовщину нападения на Израиль, нанеся массированный ракетный удар с трех сторон. Со стороны Хамаса, недобитого, со стороны Хезболлы, а также со стороны Ирана. Но что-то вот этого духовного лидера аятолла Хаменеи подстегнуло на то, чтобы он немножечко раньше срока своего намеченного начал ракетный удар по Израилю. Потому что Израиль уничтожил главу Хезболлы, его заместителей, очень многих функционеров Хамас. Во всем мире многие политики, как я сказал, говорят, что нельзя так поступать, нужно садиться за стол переговоров и решать это мирным путем.
Каким мирным путем, когда террористы убивают людей? Наша Аннелена Бербок жестко раскритиковала действия Израиля в отношении Хизбаллы, в отношении убийства главы Хизбаллы и его заместителей. Администрация Путина тоже раскритиковала Израиль, мол, так нельзя. Кто бы говорил, ребятушки, уж на вашем-то месте я бы помолчал, потому что то, что происходит сегодня на территории Украины, будет похлеще того, что происходит на территории Израиля. Поэтому критиковать Израиль за то, что на него напали, и он защищается, это верх невежества с политической точки зрения. Многие люди утверждают, что вот эти вот граждане, посмотрите еще раз на эти фотографии. Я их специально вот так вот запустил, чтобы вы видели всех тех героев ислама, всех тех героев свободного мусульманско-арабского мира, которые борются за свою свободу. Вы вообще видите, в каком приветствии выбрасывают они свои правые руки? Вам это ничего не напоминает, нет? Но тем не менее, в европейских странах, да в той же самой России, находится очень много людей, которые стоят за вот этих вот выкидонов ручками. Кричат, что Израиль государство-террорист. Кричат, что Израиль нужно остановить. Байден высказал свою полную поддержку Израилю, то есть развязав Израилю руки во всех отношениях, сняв с Израиля ответственность за происходящее. То есть, если на тебя напали, ты обязан защищаться. Ты, если ты не умеешь защищаться, тебя задавят, тебя затопчут. Что же получается? Когда кого-то избивают на улице, мы должны просто проходить мимо. Но когда этот человек, которого избивают, начинает защищаться, почему-то многие, даже правоохранительные органы, стараются этого человека, который стал защищаться, оштрафовать вплоть до тюремного заключения. А с бандитом стараются поговорить психологические службы, объяснить ему, что это нехорошо. Куда вообще катится мир? Я не понимаю. Куда все страны смотрят, когда Хамас и Хизбалла массированно пытаются нападать на Израиль, уничтожать территорию Израиля, убивать людей, сжигать людей заживо и выкладывать все эти видеокадры в сеть? Я здесь ничего этого выкладывать не буду, потому что только за это могут мой канал вообще прикрыть совсем. Потому что это действительно шокирующие кадры. Я такое видел. Я видел эти кадры год назад. Это действительно ужасно. И вот те, извините за выражение, подонки, которые бегают с флагами Палестины по улицам Германии в первую очередь и кричат «Освободите Палестину!», им, этим подонкам, нужно показывать такие кадры, причем по несколько раз в день. Вот они молятся Аллаху 5 раз в день, вот 5 раз в день им показывать эти кадры. И говорить, что это их вина, что произошло такое. Это именно их вина, не чья-либо другая. Многие люди до сих пор не могут понять, как это так маленький Израиль, а так яростно защищается. То есть для кого-то, для той же самой администрации Путина, было бы, наверное, интереснее и приятнее услышать, что на Ближнем Востоке ситуация полностью дестабилизирована, потому что на Ближнем Востоке у России есть хороший политико-экономический партнер, а сейчас еще и военный партнер, государство Иран, которое снабжает дронами, которое снабжает ракетами Россию, потому что своего вооружения почти не хватает. Многие, даже вот Уральский вагонный завод, полностью перепрофилированы, расконсервированы поточные линии производства военного вооружения времен 40-х-50-х годов. Вы вдумайтесь только в это. Во многих городах России, например, в городе Камышин, я вот видел своими глазами видеозапись из этого города, на мемориале афганцев сделали специальное место, там поставили черные обелиски. И на этих черных обелисках
что-то около сотни, а то и больше имен тех, кто умер в специальной военной операции России против Украины. Естественно, для России будет намного приятнее слышать, что Израиль пал, и на Ближнем Востоке балом правит Иран. Но, как Израиль сказал, если кто-то на них напал, они все равно отомстят, рано или поздно. Ждите, ответка придет, вот так вот грубо. Но то, что произошло год назад, не должно повториться. И вот сегодня Израиль при помощи своей контрразведки, при помощи своих секретных служб, смог обезвредить, скажем так, главарей Хизбаллы, главарей Хамас, всю группировку Хамас. Они до сих пор предлагают вот этому идиоту, главарю Хамас, живой коридор в обмен на всех заложников. Ну вот он упирается, он ждет, что мировое сообщество даст денег, даст вооружение. Вернее, даст денег на то, чтобы он мог купить вооружение у Ирана или у того же Йемена. Откуда вообще у Йемена взялось вооружение? Кто их-то снабжает, что они так нападают на Израиль? Вот какие-то страны, какие-то зачатки недоразвитого разума на Ближнем Востоке пытаются уничтожить цивилизацию. В чем же дело? Почему не уничтожить вот эти вот раковые опухоли? Однако нет, даже Организация Объединенных Наций говорит о том, что Израиль нужно осудить, так нельзя поступать, это геноцид палестинского народа. Так пусть они живут на западном берегу реки Иордан, у них там своя автономия. Сектор Газа, если бы они не тратили деньги, полученные от мирового сообщества, на строительство подземных туннелей и напичкивание этих туннелей вооружением, а вкладывали эти деньги в развитие инфраструктуры сектора Газа, то он сегодня выглядел бы примерно как современная часть Тель-Авива. Но нет. Все деньги нужно было тратить на оружие, все деньги нужно было тратить на туннели, чтобы потом нападать на Израиль. 1 числа в Израиле, помимо того, что Иран запустил вот эти вот свои крылатые ракеты на территорию Израиля, во многих городах пытались произойти террористические акты. Вот эти вот боевики Хамас или боевики Хизбаллы, одетые абсолютно во все черное, пытались резать людей. Они всегда это пытаются делать. В одном из городов Израиля два араба, молодые, около 30 лет, одетые в черные джинсы, черные футболки, в одной фирме убили охранника, зарезали охранника, отобрали у него оружие. И с этим оружием на площади начали стрелять во всех, кого попало. Их ликвидировали. Вы еще будете говорить, что это Израиль виноват в том, что они так поступили. Смотрите на эти фотографии, смотрите. Это великие умы Ближнего Востока. Это люди, которые стараются развить свою цивилизацию. Это бараны и ведомые на заклание. Они не понимают, за что они голосуют, они не понимают, что они поддерживают. Они с детства лишены любого зачатка интеллекта. Я понимаю, что сейчас очень многие люди найдутся и скажут, ах, ты еврей, или ты поддерживаешь. Да, я поддерживаю тех, кто за себя готов постоять. Мне импонирует то, что Израиль, вот такое маленькое государство, все равно дает понять своим врагам, находящимся вокруг, что не так-то просто сломить волю Израиля. Если бы с этими хамасовцами можно было разговаривать, то кабинет министров или управление Израиля сели бы за стол переговоров. Если бы те не напали так вероломно в прошлом году на территорию Израиля. Если бы мировое сообщество сняла розовую пелену со своих глаз, посмотрела на вещи реально и поняла, что
То, что происходит сегодня на территории Израиля, недопустимо во всем мире. И многие люди утверждают, что нет. Хизбалла, Хамас и особенно Иран – это борцы за справедливость. Но что же вы тогда обижаетесь на то, когда о России говорят, что Россия – это государство-террорист? Вы хотите сказать, что Россия – это борец за справедливость? Я вам скажу другое. Россия хочет наложить лапу на никелевые руды, которые находятся в недрах земли на территории Украины. Потому что благодаря никелю производятся батареи для электрокаров. Не будет никеля, не будет батарей, не будет новой электроавтомобильной промышленности. Естественно, Россия хочет восстановить, ну не Россия, а Путин и его администрация хотят восстановить Советский Союз. Вряд ли у них это получится. Прошло 30 лет с того момента, когда Союз рассыпался. Люди просто, очень многие люди перестали бояться дышать, перестали бояться высказываться на улицах и даже у себя дома. Не будет второго Советского Союза. Так же, как не будет воссоединения Украины и России. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что творится в Израиле. Именно на сегодня Хизбалла и Иран готовили массированные многосторонние атаки на Израиль. Но эти атаки захлебнулись благодаря армии Израиля. Я надеюсь, что этим видеовыпуском я не обидел ничьих религиозных чувств. Надеюсь, вы сделаете правильные выводы из этого. Отнесетесь с пониманием к тому, что я вам сказал, к тому, что я вам показал на заднем фоне. И сделаете соответствующие выводы. Ну а также не забудьте поделиться этим видео со своими знакомыми, с нормальными коллегами, с теми, кто умеет думать, а не кто привык брызгать слюной во все стороны. Оставить свой комментарий. И всем удачи. Не болейте. Пока.